Здравствуйте, уважаемые подписчики, любители единоборств. В тот раз я показывал удар одноименной ногой, а сейчас разноименной покажу. Но я буду показывать в одной стойке, а левша будет, соответственно, работать в другой стойке, да? Ну, приступим. Он вот так вот производится в корпус. Делаешь шаг, вот так вот. Здесь тело сюда, это называется вот удар одноименной ногой. Хоп, ушел. Можно с обманки сделать. Раз и пам! Обманул его. Хоп! И пам! Сюда. Ну, вначале можно даже несколько раз прикормить джебом. А потом уже туда. Раз, два. Сейчас попробую в комбинации показать. Там сами смотрите. У вас тоже могут быть другие комбинации. Примерно. А можно и по-другому бить. Тоже разницы нет. Можно так вот. Сразу. На дипле там вариаций очень много. Главное, вы первое движение хорошо научитесь делать. Вот так. Раз. И ушли. А потом я еще буду показывать другие удары, боковые, но времени не хватает. То машину делаю, то еще что-то. Сам тоже стараюсь что-то заниматься, по хозяйству надо. Александра еще не приехала. Вот внучка Ангелина только со мной. Ну вот, что мне еще вам сказать. Для воина это главное смирение. Путь воина – это путь смирения. Потому человек должен быть спокойным. А когда вы вступите в бой, то надо сражаться уже не думая. Там должны все рефлексы наработать. Ходишь в боевой транс и работаешь. Там уже не обращаешь внимания на удары, что тебя попадают, не попадают. Ты идешь, бьешь, уклоняешься, все делаешь правильно. Ну вот как-то так. А так в жизни надо быть спокойным и доброжелательным. Всем пока-пока.